Ну и, несомненно, есть знаковые победы, которые окрыляют, и хочется верить, что ЦСКА именно была поворотной такой игрой. Мог и Локомотив быть. Я считаю, что это парная игра, должна во многих ребят вселить уверенность, особенно молодых. На боксу соберется опять полный стадион, потому что приятно играть под полным стадионом, совсем другая обстановка. Выходишь на поле, и когда тебя зрители гонят вперед, поддерживают, совсем по-другому себя ощущаешь. Это очень приятно. Хочу, чтобы опять собрался полный стадион и поддерживали нас вперед, нас к победе. Неловко будет на таком стадионе испытывать нехватку зрителей. Эхо будет гулять не то. Поэтому хочется, чтобы подхватили этот порыв болельщики и продолжали посещать. За Уфу тоже дают 3 очка. Надо доставать лидирующую группу обязательно, потому что у нас много ничей. Наконец началась победная серия, надо ее продолжить. Всегда говорю, соперников не надо делить, глядя на турнирную таблицу. Ты в себе разбирайся. И готовься к каждому матчу биться за победу. We'll be right back.